Здравствуйте, друзья. Сегодня мы находимся в старой больнице. Я думал, она еще будет восстанавливаться, но судя по тому, в каком здесь состоянии все, восстановления уже не будет. Скорее всего, эти корпуса снесут, а на их месте появится в лучшем случае лечебное заведение. Ну, а в худшем случае, пишите в комментариях, я думаю, вы это прекрасно узнаете. Ремонта здесь не было, видимо, очень много лет. Зайдем в операционную. Ну, все, достаточно старое. В лучшем случае 2000-х годов. В худшем я даже не берусь предположить. Выглядит удручающе. В общем, операционный этаж был пустой. Нам осталось еще множество. Давайте посмотрим. Лифты обесточены и вырваны даже кнопки. Следующий этаж нас встречает тоже пустотой. Здесь, друзья, были палатки. Видимо, на 4 койки, судя по 4 лампам, по 4 розеткам. Палаты просторные, но ремонт, опять же, удручающий. Посмотрим распорядок дня. В принципе, он стандартный для больницы. Вроде ничего интересного. 22:00 покой. Всем подъем. Рановато, конечно, я считаю. Где-то уложил новый кафель. А, это буфет. Это понятно. В буфете все должно быть аппетитно. Достаточно небольшой буфет, кстати. Ну, выглядит, конечно, симпотно. А в целом, кроме табличек и огромных коридоров, уже ничего не осталось. Все куда-то подевалось. Давайте заглянем за закрытую дверь. Ох, какая натуга. Нет, ребят. Только санузел. Подтеки воды, он и без того скользкий, а с этими подтеками замерзшими, ну вообще просто откровенный каток, поэтому каждый шаг — это возможное падение, причем это уже этажом ниже, но тем не менее вода просочилась и до сюда. Большое помещение для лифтов, был как грузовой, так и пассажирский. Разумеется, ничего уже не работает. Так как все полностью обесточено. Давайте зайдем в онкологическое отделение. Здесь наверняка было спасено немало жизней. Посмотрим, присутствует ли жизнь здесь. Но нет, на самом деле ситуация однотипная. Даже не знаю, куда идти, но пойдем налево. Батареи прорваны. Ну, в целом, зловещая пустота. Даже как-то отчаяние приходит. Плитка, как из фильмов ужасов. Симпатичный линолеум. Это, видимо, самое праздничное, что здесь есть. Сейчас мы просто решились на откровенную наглость и пошли через открытый надземный переход. Нас видно со всех сторон. Не знаю, к чему это приведет. Здесь у нас пищеблок. Когда-то кипела жизнь, кипели борщи, каши, крупы. Но сейчас все оборудование в неизвестном направлении исчезло. В целом здесь ничего интересного, кроме инструкции по генеральной уборке, опять же. Все пусто. Заметьте, какие переходы просто великолепные.
очень длинная. Территория достаточно большая. Не запутаешься между корпусами, потому что везде остались таблички. Свой корпус точно не пройдешь. Зайдем сюда и посмотрим 5 этажей различных отделений. Ребята, уникальное явление для Москвы, очень нетипичное. Это сталагмиты в больничном отделении. Это просто великолепно. Особенно вот этот, смотрите, как он огромный. Спасибо, я возьму сейчас. Это у нас совсем старое отделение с деревянными полами. И здесь уже все батареи демонтированы. Пахнет сыростью, плесенью какой-то, я не знаю. Явно давно уже стоит в таком состоянии. Да. Некоторые батареи здесь выдирали прям с корнями. Скорее всего, если те корпуса еще как-то могут остаться в живых, то это тоже точно уйдет под снос. Хотя он самый теплый, между прочим. Видимо, очень толстые стены. Как и в любой больнице, здесь, конечно, не обходится без икон. На самом деле их не так много, как хотелось бы. Только зашли в корпус, сразу икона. Между прочим, это хороший знак. Этот корпус еще печальней. Здесь даже сосульки налипли. Поэтому ожидать чего-то не стоит. Ой, не стоит. Все как-то уныло. Не отключено. Смотри, Могилев, это в этом получается? Да мы да. Мы в том? Да. А типа у нас еще осталось? Маленькие. Маленькие какие-то корпуса. Немножко посмотрим на больницу сверху. Это все мы уже прошли. Прошли. Практически все эти корпуса. И ничего не нашли. На этом, друзья, мы заканчиваем наш поход по больнице. Предстоит очень долгий переход в уже известные места, чтобы эвакуироваться до дома. Нам осталось посмотреть последний корпус. Если в нем что-то есть, я обязательно покажу. Но такое ощущение, что и он опустел. В общем, ничего более интересного мы не нашли, поэтому плавно отправляемся домой. Если вам помогала эта больница в свое время, пишите комментарии, обсудим. И если вы знаете, какая судьба ее ждет, то же самое, пишите комментарии, обсудим и сделаем определенные выводы.